В течение 2 месяцев правительство Украины обещает разработать механизм по выявлению двойного или множественного гражданства. Те, что стосується питання по громадянству, мова буде йти про всіх громадян України. Ми про всіх громадян України будемо мати інформацію, чи мають вони подвійне або множне громадянство. Декларируемая цель – не допустить повторения ситуации, когда высшие чиновники, депутаты и другие госслужащие с двойным гражданством имеют доступ к государственной тайне. Ведь по информации службы безопасности за 2020 год контрразведка раскрыла наличие иностранных паспортов у 289 чиновников и должностных лиц, в том числе имеющих такой доступ. На данный момент, как говорят эксперты, вопрос двойного гражданства в Украине не урегулирован. Санкций за наличие у гражданина Украины иностранного гражданства нет. Но мы должны понимать, что в соответствии с действующим украинским законодательством добровольное приобретение гражданства иностранного государства может быть основанием для утраты гражданства Украины. СНБО ожидает, что правительство в 6-месячный срок внесет на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет украинцам, у которых есть гражданство иностранного государства, занимать руководящие государственные должности или должности в местной власти, иметь доступ к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на выборах, и даже быть членом политической партии. Как именно будет работать закон, какие санкции или правовые последствия предусмотрят для политиков или высших чиновников, пока неизвестно. Еще в январе 2021 года группа депутатов от правящей партии «Слуга народа» выдвинула подобный законопроект о запрете двойного гражданства, который был направлен прежде всего на членов правящей элиты с российскими паспортами. Оскільки на сьогоднішній день Російська Федерація є країною-агресором, ми передбачаємо в законопроекті, що громадяни, які мають паспорта Російської Федерації, на момент визначення країни як агресор, не мають права бути обраними до органів місцевого самоврядування, не мають права бути призначені на будь-яку посаду у виконавчій гілці влади. По словам юристів, зараз определить, хто має двойне або множественне громадянство в Україні, практично невозможно. Це зробити надзвичайно складно, тому що єдиним істочником такої інформації може стати одне із около 200 государств, иностранных государств мира. То есть только иностранное государство может четко сказать, является определенный человек его гражданином, либо не является. Обязаны ли иностранные государства предоставлять эту информацию Украине? Нет. Если Украина об этом специальным образом не договорилась с соответствующим иностранным государством. Скандалы, связанные с обвинениями в наличии двойного или даже тройного гражданства у политиков и чиновников в Украине, не редкость. Ситуация с Игорем Коломойским вообще стала мемом. Кроме украинского, да. Израильский и кипрский. Да. Лишь за последние несколько лет неподтвержденная информация о наличии нескольких паспортов появлялась в отношении народных депутатов Вадима Новинского, Вадима Рабиновича, Олега Ляшко, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Представители местной власти в разных регионах тоже не исключение. В Донецкой области баллотирующийся сейчас в Верховную Раду по 50-му округу мэр Доброполья Андрей Аксенов в 2017 году подозревался в том, что имеет гражданство России. Правда, тогда силовые структуры заявили, что некомпетентны проводить проверки по данному вопросу. А сам Аксенов на вопрос о российском паспорте заявил. Я же не могу комментировать плоды больного воображения каких-то людей. Все. Запретив двойное гражданство для госслужащих и политиков, правительство предлагает разрешить его для всех остальных людей. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Такой вариант эксперты называют приемлемым. Как на мене, він стосується четверті українського населення. Тому що всі заробітчани, які зберігають українське громадянство і бізнес великий, вони всі з цим стикаються і їм потрібно
врегулировать все эти питания. По словам министра иностранных дел, планируется обсуждение введения двойного гражданства со странами Евросоюза. При этом Кулеба считает необходимым законодательно исключить из этого процесса Российскую Федерацию. В принципе, сама наявность іншого громадянства не є такою суттєвою проблемою, тому що воно, в принципі, не тягне за людиною ніяких зобов'язань перед іншою державою. Тобто це не означає, що ця людина працює на спецслужби тієї держави. Є одна суттєва проблема, яка є правова в цьому питанні, що Росія, вона вже декілька разів на міжнародній арені застосовувала такий принцип, як захист російських громадян в інших країнах. І це є суттєвий аргумент для протидії подвійного громадянства саме з Росією. Отдельний вопрос – жителі временно окупованих територій Донецької і Луганської області і Криму з російськими паспортами. Експерти говорять, що Конституція предполагає лишення українського громадянства тільки при добровольному приобретенні іноземного. В случае з Кримом і Ордло такого сказати не можна. Вооружений конфлікт – це все російська паспортизація відбувається в контексті цього вооруженного конфлікту. І это является одним из элементов агрессивной политики Российской Федерации по отношению к Украине. Приобретение российского гражданства в контексте добровольности невозможно, поскольку о какой добровольности может идти речь, если во время вооруженного конфликта человек озабочен только в первую очередь вопросами физического выживания себя, своей семьи. Тем не менее, согласно опросу социологической компании Liberty Report, введение в Украине института двойного гражданства не поддерживает 46% граждан. Положительно к этой идее относятся столько же опрошенных. При этом 17% от общего числа респондентов согласны на введение двойного гражданства для всех украинцев. 29% для всех, кроме государственных служащих. На подконтрольной части Донеччины люди относятся к двойному гражданству по-разному. Оно меня не интересует. Нормально, если это не касается чиновников, власти. Обычно вроде может на этом нажиться, та никогда в жизни обычно не наживется на этом. Для чиновников, да. Я бы сказала, для обычного человека, который может работать и там, допустим, почему бы и нет. По словам экспертов, чтобы дать оценку инициативам власти, необходимо дождаться разработки и обнародования законопроектов. Пока работа над ними только начинается, но глава СНБО Алексей Данилов посоветовал чиновникам в ближайшее время избавиться от другого гражданства для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда закон вступит в силу.